Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Ирарта Татьяна Бугаенко. Выставка называется «Миражи». Татьяна Бугаенко – художник-колорист, передающий свое мироощущение с помощью чистой и светлой палитры. Автор изображает не только предметы, сколько впечатлений от них, используя текучие, излучающие свет, цветовые плоскости. Кажется, что холсты написаны легко, в импровизационной манере. На них видны свободные движения кисти и ритм нанесения мазков. Живопись Алла Прима «По-мокрому». По яркой имприматуре позволяет создавать живые колористические эффекты, варьировать энергию света. Работы в процессе написания словно синхронизируются с переживаемыми, как внутренние события, ощущениями. На выставке представлены более 30 работ, в основном пейзажи. Каждая из них своего рода новелла об увиденном и пережитом. Рожденная в индустриальном Омске среди плоских ландшафтов бескрайних степей Западной Сибири, где глазу не за что зацепиться, художница уходит в пространство цвета и света, путешествует по внешним и внутренним мирам. На ее пейзажах изображены Нью-Йорк, Милан, Индия, Флоренция, Венгрия, Хорватия и другие места, где Татьяне довелось побывать. Автор легко перемещается из реального пространства в реальное и наоборот. Вот так вкратце написано в анонсе к выставке Татьяны Бугаенко «Миражи». Сама Татьяна Бугаенко, живописец и график, родилась в 1962 году в Омске в семье художников. Татьяна пошла по стопам родителей и с отличием окончила художественно-технологический факультет Омского технологического института в 1984 году. С 1986 была участницей более 400 выставок региональных, всероссийских и международных. 32 выставки из них были персональными. Вступила в Союз художников России и Международную ассоциацию пластических искусств. Является почетным членом Творческого союза художников России. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.